Российский посол в Швеции заявил журналистам, что России, это цитата, насрать на западные санкции. Скажите честно, вам насрать? Насрать вообще на западные санкции, вообще фиолетово. Ну а что плохого-то? Нужно кушать наше что-то. Я не покупаю то, что из-за границы привозят. Ну, мы рассчитываем сами на себя. У нас огород, мы выращиваем. Самое необходимое у нас все есть. Санкции, они России, развитие России, экономике России помогли. В принципе, я с ним согласен, с послом. А в чем помогли? А мы зависели полностью от Запада. Никакой промышленности практически уже не было. И когда стали санкции вводить, с закона Магнитского началось, стала Россия подниматься с колен. Благодаря, конечно, нашему президенту еще. Ненавидит нашу страну. Завидует. Завидует. Зависть. Жесткая же. Территория большая, полезных ископаемых много. Народ воды. Ну и пожестче надо локтями распихивать. Да. Вот сейчас тенденция такая пошла. В принципе, я тоже с правительством согласен. Вот и все. С чем согласны? Что? Жестче стали отвечать на провокации Запада. А я как считаю, вы к преступникам реагируете? Ну, Америка, те же преступники. Они развивались в 17 веке, захватили чужую территорию. И сейчас то же самое, все то же самое повторяется. Что делать? Жизнь бумеранг. Плюшку получат когда-нибудь. Просто на их территории давно войны не было.